много вопросов по сверчкам в голове. Там у нас кузнечики сидят у некоторых. У некоторых барабанная дробь слышна. У некоторых свист идет. Вот, говорит, Ольга Ивановна, знаете, вот такой паровоз свистит, вот так вот, старый паровоз. Это не пациент так рассказывает. Здесь у нас кто живет в голове? Сверчок. И когда у нас поселился сверчок? Ой, давно уже. Давно уже, незаметно как-то да. Произошло. Он поселился, вы знаете, у меня был нарушен кровоток. В голове? В голове. Это было лет 6 тому назад, 7. И вот с тех пор он появился. Мы можем повлиять на сверчок, вот после того, как вы поработали лимфатическим массажем? Он да, стал он, меньше? Мы угомонили сверчка? Он стал меньше. Иногда он вообще пропадает, иногда пока появляется. Так вот это и есть у нас места сужения сосудов. И когда кровь проходит в суженном месте, как горную речку, мы слышим... А речка, как в трубе. Которая, да, а речка, которая у когда нас... Когда закрываешь задвижку, она начинает сосать. Да, равнинная, мы же не слышим равнинную речку. Она же медленно течет. А вот горную речку шумит, да? Вот кто такой слышит, кто-то гул слышит, а кто-то сверчков слышит. Вот тема сверчков в голове – это тема нарушенного кровоснабжения. Мы делаем УЗИ сосудов шеи и головы, находим, в каком месте сужено, но работать с этим нам придется ежедневным лимфатическим массажем. Самая точка, с которой вот голова больше всего реагирует, это какая точка при лимфатическом массаже? Правая сторона, левая сторона? Правая сторона. Правая сторона. Да. Где прям, покажите ручкой, где у вас что-то вот не так? Вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Угу. А сейчас мы нашли, с какого места изменения этого кровотока? Где мы его поймали, правый кровоток? Когда я где ручками стояла? Левая. Вот здесь, да, да. Вот здесь. То есть у... 90% людей у нас вот в этом месте, то есть левая надключичная зона, куда впадают сосуды сонные левой стороны, она у нас сужена увеличенными лимфатическими узлами, потому что именно в левом месте здесь у нас собирается лимфатический проток, получается, с желудка, с лимфатической цистерны, от плеча левого, от руки левой и от головы. Поэтому мы можем сказать пожилым людям, что если мы корректно, спокойно работаем лимфатическим массажем, то изменить шум в голове и шум в